Обещала сделать экскурсию по своим древовидным пионам. Начнем с сортового. Это Яос Йеллоу, должен быть махровый. Он в этом году сильно обмерз. Я его практически полностью обрезала. Яос Йеллоу, мой бедолашка, который обмерз. И я его сильно обрезала. В этом году будет всего лишь 2 по ходу цветка. Вот бутончики уже есть. Он очень рано цветет. Зато полезла поросль. С нижних веток полезла хорошая поросль. Вот я вставила фото, как я его обрезала. И вот такой он сейчас. Ну, 2 цветка. Один вот такой слегка похожий, а второй совсем не махровый, да еще с какими-то малиновыми мазками. А вот какой он должен быть. Следующий сортовой пион – это польский пион. Он посажен уже очень давно. Он у меня всегда был обычный, не махровый. Вот только в этом году он вот такой полумахровый. Цвет коралловый, очень красивый, всего 2 цветочка. По всей видимости, куст больной. У меня был такой один куст, я его выкопала. Там был низ корня был гнилой. Я отрезала, обработала, все сделала и он пропал. Поэтому этот кустик я не трогаю. Пусть он себе цветет. Попробую в этом году его привить на корни травянистого. Очень он уж красивый цвет имеет. Да и форма шикарная. Смотрите, листик такой волнистый, край волнистый. Это сортовой. Black Dragon был заявлен. Не знаю, думала, он будет темнее. Ну, вот он такой темно-малиновый, не махровый. Полумахровый. 3 года подряд первых он вообще был не махровый. Ну, вот такие махровые сортовые пионы. Не всегда они махрятся. Он тоже у меня очень сильно обмерз. Все почки практически были сухие. Я его обрезала до корня. Смотрите, что наросло. Наросла шапка. Ну, естественно, она не цветет. Я прикопала в прошлом году. Вот, я его прикопала. Видите? Положила камень. И получается, что эти веточки отросли, вот эти прикопанные и цветут. Так же самое, как и на тех. И цветут. Тут еще есть бутоны. Вот он еще будет цвести шикарно. Это сортовой Black Dragon.